Привет, друзья! Ну что же пожелать вам к Новому году? Ну, как говорится, пожелай человеку то, что себе хочешь пожелать. Или люби человека так, как ты любишь себя. Ну, короче говоря, много там хороших слов сказано за всю историю развития человечества, когда хочется подарить добро, хочется быть созвучным, хочется понимать друг друга. Поэтому я вам желаю, друзья, добротой делитесь, понимайте друг друга. И сам хочу понимать вас, и чтобы вы понимали меня. А что же нам еще лучше было бы пожелать друг другу? А вы пожелайте то, что вы хотите пожелать. Да, друзья. Мне очень приятно, что мы сегодня разговаривали с ядром, солнечным ядром нашей школы «Человек будущего», где мы проводим марафон насчет как постройнеть. И это ядро, это сердце Вселенной нашей школы, такое чудесное, такое доброжелательное, такое человеческое. Поэтому наша школа называется «Школа «Человек будущего», в скобках «Школа человечности». Так вот, если представить себе во Вселенной душу, и вот она пульсирует, 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 как ваше сердце. Так представьте себе, если бы мы все вместе собирались, хотя бы время от времени, и так вместе, взявшись за руки, пульсировали. Все вместе мы сила. Да, друзья, итак, с Новым годом. Много причин для радости, тепла, надежности, безопасности, здоровья, счастья и всегда быть немножко влюбленным. До встречи!